Да, от погоды, наверное. Так, ну, несмотря на погоду, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас проходим спину сзади, когда человек лежит лежа на животе на столе. Для разгрузки поясницы, продолжаем, ну, это сет номер 3 уже будет, можно взять за кожу с этой стороны, прям за крестец, где крестец. Плотно, вот так вот и подгибаем, натягиваем и выдергиваем на себя. Там прям будет хруст. Ну, если сейчас щипаешь немножко, да, потерпи. Просто для демонстрации нужно показать. Итак, можно, насколько позволяет тело человека, вот, пошел траст, хруст, и за кожу поднимаем его и доходим до примерно места, где начинаются лопатки. Потерпи чуть-чуть, если человек не готов, это бывает болезненно. Но у некоторых кожа так тянется, как у шарпея, практически никуда, действительно, можно взять человека за кожу, но я аккуратно. Просто покажу вот с этой стороны. Приподнять и растрясти вот так вот. Тоже будет хруст. И слышно, как косточки встанут на место. Дополнительно вот наша такая растяжечка. Но если мы хотим повоздействовать именно на позвоночник, то тогда будем делать более жесткое, давить в стол. Для начала, естественно, человека дополнительно протрясем, встряхнем. Расшатаем, и вот нас сейчас интересует верхний позвоночник. Вот эта вот встряска такая, да, она только на том месте, где у нас идет лордоз. Лордоз у нас шейный и поясничный. В том, где место, где кифоз, мы, соответственно, наоборот, давим туда. Для этого вот такой прием, делаем лодочку, устанавливаем пальцы так, чтобы они упирались в остистые отростки, и простукиваем, дополнительно декомпрессируя позвоночник снизу вверх. То есть практически я смягчаю удар. Я могу, конечно, вот так постучать, да? Но по остистым отросткам это поосторожней. Это, во-первых, и больно, и можно из дуру так стукнуть, что он отломится, да? Поэтому я смягчаю удар через вот такую подушечку. А переходит удар от ладони, то есть я ударю по ладони, по всем сочленениям, по всем фалангам пальцев, да, в его косточки, вот туда, вперед. То есть дополнительно его растряс, растукал, ну так же не больно, да? Раскачали, и теперь устанавливаем руки в том месте, где начинается рост ребер. Там, как правило, и мы прощупываем, начинается и подъем. У некоторых явно выраженный кифоз, там аж даже, кстати, средство против кифоза очень хорошее. Или если что-то там вот тяжесть подняли, да, вот у спортсменов бывает, что штангу подняли, и там вот где-то защемило в этом месте. Значит, разблокируем вдоль спины, декомпрессируя. Как я вам говорил, все наши приемы на растяжение, поэтому они, в принципе, безопасны. Для этого впиваемся лодочкой, вот этот прием лодочки, помните? И одновременно нам надо сделать кивок качания вперед и в стороны. Вперед в сторону. То есть такое одновременное движение. Потренируйтесь, потому что некоторые получается побольше. Сначала вперед, потом в сторону, потом нажимают рукой. А тут одновременно и нажатие, вот, вперед и в сторону. Качание вот такое. Да. И с рывком, прям корпусом тела. Вот туда прям. Так, вот я просто показываю. Вот я впился как можно ближе к осистым отросткам. Преднапряжение. Сделали, как вот по нашей схеме всегда, да, вот дошел до предела. Теперь ему говорю выдох, на выдохе. И только после этого я впиваюсь. Ну, есть разные умельцы. Некоторые осистые отростки ставят между ладонью своей, между мягкой ладонью, и вот так вот прожимают. Можно кулачками, в принципе, то же самое. Вот с разворотом. Видите, ткань тянется вот в стороны. Да? И с другой стороны, еще раз повторюсь, что лучше делать всегда через ткань, она нам дополнительная и мера безопасности, чтобы наши руки не разъехали слишком далеко. Цепляя, да? То есть трение от ткани, она сама формирует складки и дальше как бы вот не пускает. Разблокировали, значит, вверх. Теперь разблокируем крестцово-позвоночное сочленение поперечно, вот так вот.
Для этого нужно стоять от человека как с этой стороны, да, так и со стороны головы. Ну, я продемонстрирую с этой стороны. Для этого мы опять упираемся в лопатки и руки крест-накрест. То есть наши упорные механизмы – это запястья. Упираемся в уголок лопатки, который как раз над реберно-позвоночным сочленением находится. И вертикально вверх. Видите, вот мой вес тела находится над ним. Вот нашел напряжение, преднапряжение, самую последнюю точку, да, вот все дальше мы движемся. Теперь говорю выдох, громко, чтобы я слышал. Раз, и вот разблокировали. Слышно было, да? Вот прям 3-4 рубля ребра с этой стороны, с этой. И также ниже. Вот этот отдел можно не только вот так вот разблокировать поперечно, да, но еще и с поворотом. Ну, это буквально вот небольшой отдел, где можно поворачивать руки друг против друга. Раз, два, три. Это средний грудной отдел, да? Средний грудной, да, не больше. Три. Еще скажу про прошлый прием, когда вот мы вот так вот делаем, да. Если человек достаточно грузный, плотный такой, да, вашего веса не хватит, то для этого я дополнительно делаю подскок корпусом тела. Подпрыгиваю и давлю. Или делаю мах ногой. Как у кенгуру, знаете, для чего у нее хвост? Это маятник. Не, ну она не может сидеть, конечно, да. Но так вообще это маятник. Чтобы дальше прыгнуть, она этим маятником подскачку делает и подкидывает. Также я своей ногой, вот я раз, махаю, махаю. Видите, у меня все тело становится как маятник. Вот. Дополнительная нагрузка. То есть вот в тот момент, когда я ловлю вот это место, да, я ногой, ну любой, в принципе, может ногой. Вот махаю, махаю, чувствую где. И потом с таким большим замахом назад. Получается, еще глубже внедряемся в него. Так, ну и по поводу поворота конкретных локальных участков позвоночника мы поговорим в следующем видеоролике. А если вы нас смотрите, но не практикуетесь, то зря это делаете. Приходите к нам на тренинг, вы же много выпускаете, по видео всего не поймешь. А здесь мы ставим руки, отрабатываем дополнительные нюансы. Так что мы вас ждем на тренингах Академии телесно-ориентированных практик. До новых встреч, друзья!